Я законопослушный гражданин, вот, старой закалки, поэтому я и хожу все время на выборы. Я россиянка, это мой долг, пойти на выборы. Не безразлична судьба моей страны, как бы так, поэтому хочется, чтобы мы жили лучше. Пойду голосовать обязательно, и вся семья моя. Пойду голосовать, хочу, чтобы было благосостояние хорошее, хочу, чтобы пенсионеры лучше жили, чтобы льгот побольше был пенсионер, чтобы было образование бесплатное, чтобы медикам побольше платили, учителям побольше платили. Ну, вот хочу, чтобы город наш был красивее с каждым годом.